открытое лицо, такое славянское, красивые глаза. Вдохновение этому художнику приносят Олимпийские игры. И вот снова карандаш портретиста вырисовывает лицо чемпионки. Фотографии Дарьи Домрачевой облетели весь мир. Художник признается, биатлонистку, которая принесла нашей стране сразу 3 золота, он не мог не нарисовать. Даша у меня меня сильно зацепила, как это сделала. Поэтому вот, художники, не только художники, все творческие люди должны откликнуться, как-то окружить внимание. В палитре художника первыми заканчиваются красные и зеленые краски. Это цвета костюмов нашей олимпийской сборной. Юлия Нестеренко, Сергей Мартынов. Всего около 30 портретов белорусских спортсменов. Золотые медали в руках чемпионов художник дорисовывает. И даже если на фотографии, с которой он писал портрет, их не было. Юлия Викторовна пробежала. Мы уже не ждем, что она второй раз пробежала. Уже все. Она сделала свое дело. Понимаете? Она прославила Беларусь нашу. Портреты Сергей пишет сразу после победных выступлений спортсменов. Так, говорит художник, ярче эмоции. Шутит, что даже готов стать штатным художником белорусской олимпийской сборной. И хоть до конца зимней олимпиады осталась неделя, он ждет новых побед. Холсты и кисти приготовлены. Мария Тронич, Эдуард Бакунович, наши новости, Брестская область.